Доходы и расходы краснодарских служащих станут прозрачнее. Согласно измененной форме декларации на средства и имущество, чиновники будут полностью указывать все статьи своих заработков. Если расходы превысят в 3 раза годовой доход служащего, он должен будет в письменном виде объяснить, откуда взял деньги. Теперь каждый сотрудник городской администрации или госпредприятий должен точно указывать все. Такого строгого следования декларации потребовал сегодня глава Краснодара Владимир Явланов на заседании Совета по противодействию коррупции. Справки о доходах и имуществе тщательно проверяются как сотрудниками кадрового управления, так и контролирующими структурами. В этом году около 60 чиновников неточно оформили свои декларации. За искажение информации они получили дисциплинарные взыскания, в том числе выговоры. Мэр поручил довести изменения в декларациях до всех муниципальных служащих, а также наказывать всех, кто пытается утаивать свои доходы или имущество. Человек, который приходит работать вот, в муниципалитет, в администрацию города, в учреждение наше муниципальное, должен осознавать свою ответственность за явный обман. Поэтому каждый факт сегодня обнаружения того, что человек скрыл фактически, должно сопровождаться только одним – увольнением из нашей системы. Но при том, что человек, который поступает к нам работать, должен быть досконально проверен во всех отношениях, тех регламентов, которые существуют. Потеряют свои посты и те, кто принимает взятки. Простые граждане могут пожаловаться на вымогателя в городскую администрацию или по телефону горячей линии. Кроме того, и сами чиновники могут обратиться в антикоррупционный совет, если им предложат деньги. За последний год в городскую администрацию поступило 79 обращений от граждан о различных проявлениях коррупции. Причем касались эти обращения организаций и структур разного уровня власти и федерального, и регионального, и местного. Все обращения переданы в соответствующие инстанции для проведения проверок и расследований.